Перевод Оксилупс. Озвучила Кадзе. Приятного просмотра. Потому что Хару 13. Любит Stray Kids, покупает ластики и остальной мерч. Близняшки. Я появляюсь в загадочной сцене с газетой. Не только я, но и вся моя семья постоянно поддерживает Stray Kids. У нас дома есть ластики и целая коллекция альбомов. Так что вас любят Хару, Хе Джон и я. Stray Kids уже многого достигли, и я надеюсь, что и в будущем они будут захватывать чарты Билборда. Реально, Stray Kids повсюду. Это такая честь. Он заговорил на английском. Он знает, что я говорю на английском. Мне было приятно. Спасибо. Попробуй зайти помрачнее. Мы смотрим на камеры наблюдения. Нужно поймать злодеев. Выглядит реально. Отлично получилось. Похоже? Я всегда широко улыбаюсь для Стэй. Настолько широко. Чтобы Феликс фоткал, нужно ждать 5 минут. Неправда. Дай гляну. Смотри. Расположение вспышки тоже важно. И расположение наклона. Выше или ниже. Такой уровень. Вот так. Сегодняшний концепт одежды — это бог. Какой? Бог хип-хопа. Когда в моих руках микрофон, я превращаюсь в бога. Бога рэпа. Это песня большой уверенности в нашем необъятном мире. У песни масштабный взгляд на мир. Мне нравится. Эта песня могла стать заглавкой. Чан сказал, что хочет, чтобы я исполнил эту часть. Так что я исполняю второй предприпев. Я снимался в капюшоне и получился кругляшом. Поэтому сейчас отсняли без него. Так мои черты лица острее. «Мегаверс» могла стать заглавной песней альбома. Она мне очень понравилась. Я голосовал за нее. Бит очень крутой. Под него идеально танцевать. Тебе не больно? Я читаю газету. Я снимался в сцене, где у меня ее вырывают. Думаю, он довольно забавно ее выхватил. Так что я запомнил это больше всего. Пожалуйста, поддержите клип. Надеюсь, альбом будет успешным. Серьезно, он крутой. Так как я здесь с вами, я буду вас поддерживать. И буду везде вас продвигать.
Я выложусь на все 100. Для клипа, до конца съемок. Большое спасибо. О, сегодня я снимаюсь в клипе. Со всеми мемберами Stray Kids. Со вчерашнего дня я с нетерпением ждал. И был уверен, что это будет увлекательно. Как я и ожидал, съемки проходят весело. И я получаю много положительных эмоций. Лицом друг к другу. А, внутрь. Внутрь. Как странно. У тебя жар? Да вроде нет. Не больно. Больно? Нет. Не болит? Сначала вот так, потом она приходит сюда. Волна идет спереди, потом ты... Я сначала пальцы увидел. Давай сначала вот так, потом так. Давай. Вот так. О, нет! О, нет, я еще свою не сделал! Ты неправильно сделал. Сначала я. О, все! Откройте дверь еще раз, пожалуйста. Я думаю, самая запоминающаяся партия в Megaverse. Та часть перед припевом, где меняется BPM, становится больше похожим на хип-хоп. Я думаю, звучит круто. А еще эта часть во втором куплете. Типа этого. Мелодия продолжает перестраиваться. Эта часть реально отличная. Все хорошо? Не знаю. Да, все отлично было. Я закончил свои съемки. Партия Феликса как раз передо мной. Сначала Феликс проговаривает свои слова, затем следующий кадр, я читаю свою часть. Кажется, как раз я снимал эту часть. Песня очень разносторонняя, так что надеюсь, она вам понравится. Тоже самое, только еще раз. Хорошо? Отлично! Конец!